Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своими новыми покупками одежды. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной и не переключайтесь. Первое, что я хочу вам показать, это свитер, который сейчас на мне. Он красного цвета, с декольте небольшим, выделяется другими цветами, черным и белым. То же самое на рукавах. Заказала XS размер, потому что у меня была такая история, что я заказала одну вещь размера S, и на сайте был другой вариант XS, и когда мне эта вещь пришла, она была просто на меня большая, поэтому сейчас я не знаю, что мне заказывать, S-ку или XS, когда предоставлена такая возможность. В общем, заказала я свитер XS размера, немножко на меня он маловат, именно в рукавах, коротковатые рукава, все остальное меня полностью устраивает. Качество устраивает, он очень приятный к телу, он такой, знаете, как пружина, он такой, когда он на мне, он вроде хороший, когда я его снимаю, он прям так сужается и становится таким маленьким-маленьким. В общем, прикольный свитерок. Заказала свитер красного цвета, потому что захотелось чего-то яркого, и на тот момент, когда я заказывала одежду, мне он очень понравился, этот свитер, и поэтому я его заказала. Следующее, что я заказала, это брюки, они в черно-белую мелкую полоску. Я безумно довольна тем, как сели на мне эти брюки. Они идеально подошли в бедрах, потому что у меня в бедрах проблема найти брюки, чтобы в бедрах они идеально сидели. Также идеально подошла длина брюк, то есть подкатывать, закатывать ничего не нужно, то есть они заканчиваются ровно там, где нужно. В общем, брюками я тоже довольна. Я пересмотрела свой гардероб и поняла, что у меня достаточно много курточек коротких, и я захотела заказать что-то, нечто другое, что-то нечто удлиненное, и остановила свой выбор на вот таком вот пальто-куртка, можно даже так сказать, потому что основа идет как пальто, а рукава идут как куртка. Мне безумно понравилось, как он на мне сел. Вот так он выглядит на мне. Не хотела я заказывать что-то черное, полностью черное, поэтому заказала светлое такое пальто. Застегивается вот здесь сбоку, вот таким вот образом все открывается, застегивается. В общем, очень приятный к телу, достаточно удобный и, как я уже и говорила, удлиненный. Это пальтишко прикрывает попу, то есть такое достаточно длинное, но очень удобное, не знаю, огромные удобные карманы, в общем, отлично мне сел по плечам и вообще. В общем, я довольна этим пальто-куртка. Короче, мне очень-очень-очень нравится, классно. Следующее, что я заказала, это рубашка, опять же таки, красного цвета, в клеточку, мне нравится ее оформление. Возле воротника идет черные кружева, и эти кружева повторяются также на спине. В общем, удобная рубашка, размер S-ка, но вот ее бы я заказала XS, если бы это было бы возможно, потому что немного длинноваты рукава, ну а так, в принципе, даже очень ничего. Вот здесь есть маленькие кармашки на груди, и, в принципе, такая легенькая рубашка, она подойдет как под джинсы, как, допустим, и к брюкам, которые я показала ранее. В общем, очень универсальная рубашечка. Вообще рубашки и блузки я люблю, поэтому это будет еще одно пополнение в моей коллекции. Ну и последнее на сегодня, что я хочу вам показать, это джинсы и кофточка такого вот серого цвета. Она такая разлетайка, в сеточку, знаете, она полупрозрачная такая, в общем, неплотная. Ну, я думаю, весной просто идеально будет ее носить. Мне кажется, она немножко на меня великовата, хотя размер, по-моему, S-ка, или размер был один для всех. В общем, если честно, не помню. Но, не знаю, мне очень нравится, даже если вот она немножко на мне великоватая, она свободная, рукава свободные, можно сделать ее на одно плечо, можно сделать ее не на одно плечо, кофточкой,
достаточно я довольна, хотя ожидала, что все-таки придет размер поменьше. Также в этой посылке заказала я светленькие джинсы. Ну, джинсы на этом сайте мне всегда подходят, они идеально на мне сидят, и длина у них отличная. Полностью, целиком и полностью соответствуют моим требованиям. Заказала такие полусветлые, потому что слишком светлые одевать, мне кажется, еще рановато. Я светлые джинсы обычно ношу весной, летом, а темные джинсы уже безумно надоели, и я решила взять вот такие вот, такие, скажем так, нейтральные и светлые, и не светлые, и не темные. В общем, очень удобные джинсики, я их ношу, и довольно удобно, они стретчевые, растягиваются, в общем, подходят как под сапоги на каблуке, так и под мои кроссовки, в общем, я довольна. Ну и на этом все, я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на мой канал обязательно внизу, ну а мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Всем пока!